Меня зовут Алиса. Я представляю свою работу, портрет маслом мужчины. Это моя первая работа маслом портрет. До этого я рисовала только карандашом портрета. И мне очень хотелось создать именно живой портрет, чтобы лицо выглядело как живое, чтобы человек посмотрел на портрет и подумал: «О, это я!» Чтобы он подумал: «Как она смогла так нарисовать?» И эта работа, она каждый раз привлекала меня. Я уже не могла дождаться утра, когда я опять начну писать, когда я возьму кисть в руки. И когда я смогу передать настроение человека, когда я смогу передать его улыбку, его взгляд, его вот эти даже складочки на коже. Но на самом деле это очень интересно. Вот, мне очень понравилось работать над этим портретом. И я действительно получала удовольствие от того, насколько проявляется на холсте то, что я хотела передать.